Так, друзья, всех приветствуем у нас на канале. Сегодня у нас погрузчик Хели CPD-15, грузоподъемность у него 1,5 тонны. Батареи литий-полимерные, то есть очень быстрой зарядки можно, ну, миник под зарядку делать как на телефоне. И эти батареи, ну, почитайте в интернете, они гораздо лучше и дольше служат, чем кислотно-щелочные. Собственно, из чего состоит наш погрузчик, сейчас вам и покажем в этом видео. Погнали! Итак, мачта у нас в данном случае 4,5 метра. То есть достаточно высоко можно закинуть груз, любой. Вилы раздвигаются таким образом, то есть мы здесь снимаем фиксаторы и просто пододвигаем его ногой, да, и потом раз, оп, и зафиксировали. Также мачта у нас может наклоняться по вертикали, вперед и назад, чтобы можно было груз немножко на себя поддать или наоборот от себя. Вот таким образом. У погрузчика здесь давайте пройдемся, наверное, по элементам управления данного погрузчика, то есть из чего он состоит и так далее. Погнали. Значит, мы имеем здесь, собственно, замок зажигания, такой же, как на обычных бензиновых или дизельных погрузчиков. Включаем здесь вот таким образом замок. И здесь у нас оптика. Оптика, кстати, не сказал, светодиодная. И передняя, и задняя. Также имеются поворотники, которые, ну, гитара, так называемая, расположена как в автомобиле. С этой стороны мы имеем рычаг, селектор переключения передач вперед и назад. Также здесь есть мода, выбираем режим скорости, либо черепашка, либо зайчик. Вот она отображается у нас на панели. Здесь мы имеем ручной тормоз, который, собственно, позволяет передвигаться. И также есть у нас, если что-то вдруг случилось, можем резко и быстро загасить, остановить двигатель данного погрузчика. Вот. Собственно, продемонстрируем, как это все у нас работает. То есть мачта таким образом достаточно быстро поднимает. Все, как раз почти до самой крыши. То есть здесь мы можем также регулировать наклон мачты. И что немаловажно, в конце у нас такой есть как бы мягкий спуск. Чем ниже она спускается, тем она оп, и упала так потихонечку. Вот. Также, друзья, хотел бы обратить внимание на наличие такого вот сферического зеркала здесь у нас, которое позволяет, собственно, увидеть оператора, меня, и, а мне, как оператору погрузчика, увидеть тут все то, что происходит за мной. Здесь имеем такой бардачок под ручку, допустим, здесь можно поставить стаканчик кофе и довольно комфортно проводить время на работе. По педалированию. Педалирование у нас следующее. Есть газ, ну, и вот, собственно, тормоз. Две педали. Данный погрузчик оборудован ремнями безопасности, чтобы ваш оператор или работник, или кто будет на нем, ну, на ней двигаться, не улетел с этой кары там куда-то вниз, ну, то есть не выпал, не вывалился. То есть все, мы привязаны, мы никуда не можем. О, кстати, здесь еще один сигнал и сигнал вот здесь. То есть два дублируются, два сигнала, две кнопочки. То есть если мы сдаем назад, взялись за руль, и вот таким образом можем сообщить нашему там оппоненту о том, что мы готовы забрать или готовы, наоборот, его оставить груз. Ну, то есть сигнал дублируется. Прошу обратить внимание на гигантский выворот. Такой выворот присутствует не на каждой каре, ну, прошу прощения, не на каждом вилочном погрузчике. Вот. На электрических погрузчиках он имеется.
Так, сейчас немножко вперед, для того, чтобы можно было понять, как реализовывается у нас зарядка. Зарядное устройство также идет в комплекте с данным погрузчиком. И обустроено оно таким образом. Значит, вот у нас питание, розетка также идет в комплекте. Это розетка, это розетка, мама, да, так называемая. Маму мы крепим, допустим, на стене где-то, где у нас будет стационарное место для подзарядки этого погрузчика. Врубается сюда. Ну, и тут понятно, да, я думаю, вопросов не будет. Далее, вот сам блок. Сам блок оборудован здесь автоматом. То есть есть защитный автомат от коротких замыканий. Подключается он на 3 фазы, то есть 380 вольт. Обязательно нужно заземлить. Ну, я думаю, объяснять это не нужно. Здесь у нас имеется дисплей, на котором будет отображаться уровень зарядки аккумуляторов, состояние аккумуляторов и так далее. Две кнопки старт, стоп. Сам пистолет оборудован вот таким вот образом. То есть есть вот такая крышечка, чехольчик, да? Ну, когда у нас он не требуется. Здесь мы вот так вот взяли, сняли, если нужно. Подошли, открыли лючок, как будто бы это бензобак, но это не бензобак. Здесь нажали таким вот образом еще одну крышечку. И вот так вот вставляем его. Хоп, все, он у нас дома, то есть на подзарядке. Вот. Собственно, еще что показать. Давайте вот здесь посмотрим, что у нас тут находится. Обрати внимание на то, что имеются газовые упоры. Также есть предохранитель самопроизвольного опускания. Ну, поняли, да? То есть, чтобы опустить, сюда нажали и опускаем. Собственно, здесь у нас что? Вот так, у нас техническая документация. Здесь щит. За этим щитом находится сама батарея. Да? Я думаю, это понятно. Также здесь имеем разъем. Разъемы у нас здесь все обслуживаемые, то есть это все доступно и все можно делать самостоятельно. Ну, желательно это делать со специалистами. Также хотел бы показать именно по электромоторам и по контроллеру. Ребят, контроллеры итальянские. Значит, электромотор здесь у нас стоит от фирмы. Сейчас посмотрим. Супрек. Да, не китайский. Ну, я знаю, что они неплохие. Ходят достаточно долго. Вопросов к ним никаких нет. Здесь мы имеем также бачок заливной для масла, для гидравлики. Ниже чуть-чуть, вот здесь, имеем фильтр гидравлический, который необходимо там менять, я думаю, раз в тысячи, полторы-две моточасов желательно. Вот, также что? Это мы потом уберем. Еще, здесь вот имеем в крыше, имеем прорезь для демонтажа блока батареи. То есть мы открываем вот этот щит, появляется у нас батарея. Я его сейчас скрывать, естественно, не буду, потому что он запломбирован у нас. Вот, и, собственно, с помощью крана или другого вилочного погрузчика можем спокойно его снять и заменить на новые. Новые элементы также у нас есть всегда в наличии. Поэтому, ребят, если кому-то нужен такой четкий погрузчик, достаточно очень удобный, я сразу говорю, у нас есть дизельный погрузчик также на складе. Мы пользуемся дизельным, но он не такой маневренный, не такой быстрый, не такой приятный. Этот реально садишься в него, он прям приятный. Вот. И все мягенько включается, гидравлика мягенькая, повороты мягенькие, мягко трогается. Ну, классный погрузчик, одно удовольствие, если честно. Вот, если кому нужен такой погрузчик, проходите по ссылке в описании. Компания TechLife, доверие, заслуженное делом, это мы всегда доказываем. То есть без проблем всегда можем привести, есть из наличия. Если я что-то, может быть, сказал кому-то неправильно, ну, не судите, пишите в комментариях, всегда можно поговорить, пообсуждать и так далее. Ну, а вам спасибо, всем пока.